Классик. Сезон у них, походу. Сейчас их много, блин. Я тогда их вообще не видел. Сейчас. Травка зеленая, чрезвычайно. Это уже последние поселки, справа мы сейчас можем наблюдать. Тут даже есть дома, построенные сверху материалов. Ну да. Так тут травка зеленая, тогда я повыгорала. Эти дома уже разрушены, то есть люди съехали. Все, мы с вами уже покидаем элитную зону проживания бедуинов и продолжаем наш путь к Мертвому морю. Помните, прожали полоску, где было написано плюс 500? Сейчас смотрите. Дело в том, что берег Мертвого моря является самым низким участком суши на нашей планете. Он находится ниже уровня моря на минус 428 метров. Да. Ниже уровня моря. Сейчас мы с вами проезжаем место, которое называется уровень моря или нулевая отметка. Вот там впереди виден холм, на котором есть полоска, где написано sea level. Уровень моря. Вот мы сейчас будем приезжать в так называемую нулевую отметку. Вот она сейчас видна, вот там верблюд стоит около нее, и бедуин недалеко молится. Вот, мы с вами пересекли нулевую отметку и начинаем спуск ниже уровня моря. За уровень моря на нашей планете принят уровень Балтийского моря. Так вот, та полоска, где было написано плюс 500, она говорила о том, что мы находились на высоте 500 метров над уровнем моря. А теперь мы будем уже находиться все время все ниже и ниже уровня моря. Скоро будут полоски минус 150, минус 300. Это значит, что мы уже спустились на такой уровень ниже уровня моря. Через несколько минут у нас будет техническая остановка. Ура! Кофейка.